Фундамент будущего. 9 студентов строительного колледжа принимают активное участие в возведении социально значимого объекта – детского садика в Киселевичах. Выполняют подсобные работы, равняют территорию, заливают пол бетоном. Для безопасности и комфорта созданы все условия – униформа, обувь, каски и перчатки. Для нас это очень хорошая возможность получить ценный опыт для работы в будущем. Для меня работа в студотряде – это очень классно, и также работать на этом новом объекте очень круто. Каникулы с пользой проводят и на фабрике зеркал «Алмаз Люкс». Работа ответственная. Студенты механико-технологического колледжа укладывают хрупкую продукцию в ящики. Далее на специальном механическом оборудовании доставляют товар в места погрузки для отправки в магазины. Что-то новое узнаешь. Даже интересно посмотреть, как что делается на производстве, как производится стекло, как зеркала режутся. Ребята попались дисциплинированные, выполнять работу свою 100%. Работа здесь под контролем наших грузчиков. Временная занятость в Беларуси организована в течение всего года. Но наиболее желанное время для подработки – лето. Бобруйчане первые деньги зарабатывают на различных предприятиях города. Трудятся в поликлиниках, лагерях, колледжах. В этом году ребята – бобруйчане, бойцы студенческих отрядов. Также работают на республиканских мероприятиях, таких как атомная электростанция в Гродно. Они там работают в качестве электриков, потом работают на предприятии МАЗ в городе Минске, на строительстве в Буническом поле. Студенческие отряды – одно из ведущих направлений деятельности молодежных организаций. Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, сервисные, медицинские, производственные. В перечне каждый может найти для себя занятия по душе и провести каникулы с пользой. Елизавета Липеева, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.